улицу положили, канализацию сделали. Все, это стала ходовая улица. Люди начали сразу магазины делать. А было мертвый город. 25 лет она была просто застой. Это улица не от старого города снова. Ровно потратил государство на 19 миллионов рублей. 350 метров, но ожила. Значит, 120 рабочих мест появилось. Вечером, с 7 часов вечера, здесь реально ходить места нет. Весь город съезжается сюда, в эту улицу. Ее город уже назвал улица счастливых людей. Здесь появилась культура семейного прогулки на этой улице. Семьями, с детьми все приходят, гуляют. До 12 часов вечера, ночи, здесь полно народу. Ну, еще раз говорю, Владимир Магомедович, спасибо, слышит все идеи, воплощает в жизнь. Сразу говорит, надо дельмента, давайте делаем. Козел накрытый рынок, да? И по Марицкому переулку, так называлась раньше эта улица, была главная земля, составлен проект, но строительные работы были из-за начала Херсонской войны прекращены. Уже после установления советской власти в 20-м году было принято решение продолжить строительные работы, но из-за небольших финансовых трудностей городской казны строительные работы и проект был немножко видоизменен. В связи с тем, что внутреннее убранство было поделено на мелкие помещения, и здание рынка было превращено в здание пассажа. Сейчас, впрочем, как эта улица, это здание обрело свое второе рождение. Никогда межнациональных конфликтов измельче не было. И эта скульптура символизирует именно три конфессии, всегда за чайным столом принимается решение. Ну, в основном все положительные. Всего блага, Дельмен.